Всем привет, с вами Коба, добро пожаловать на Advanced Warfare Red. Сегодня мы будем просто кататься, куда-нибудь попробуем, может быть, вступить. Вот в прошлом выпуске я приобрел себе машину новую, вот этот вот Султан. И тут какой-то домик Фагос валяется за 1 402 000 долларов. Можете его приобрести, если его, конечно, не приобретут до вас, потому что на рейде домов по госу значительно мало, чем на блу и так далее. Ну, тут реально домов 7, наверное, по госу валяется. Я в риэлторку заходил недавно. Из 900, представляете, 7 домов всего лишь. То есть реально здесь интересно играть, потому что очень сложно вообще чего-то достичь. Вот так. Дубинки он там снимает, мужчина. Так, вот смотрите, давайте в любое время мы можем прийти и устроиться на работу. Давайте вообще попробуем пойти в ЛВПД. Мало ли, может, получится. Сейчас я в GPS поставлю. Так, полиция ЛВ. Без понятия, с какого уровня на рейде вступать в ПД можно. Ну, если с 5, то это вообще замечательно, потому что в... Ну, вот я уже говорил вам, в администрацию президента 7-го. Это вообще как-то очень странно. Тут реально на рейде значительно отличаются правила от всех серверов остальных адвансов, на которых я играл. Это ни много ни мало Green, Yellow, Silver, Blue и немного Orange. Вот. То есть здесь реально все совершенно по-другому. Так. Давайте от первого лица проедемся немного. А, так и не продал этот чувак вчера тюнинг GDSF за 80к. Никто у него его не купил. Странно, кстати, почему бы. Red, конечно, это самый-самый первый сервер Advance и так далее, но и у людей у многих здесь страшные деньги, просто там по 100к, по 300-400. Но, блин, покупать бизнес за 80к, который окупится. Ну, хотя, не знаю, он быстро, конечно, окупится, скорее всего, но там тоже, понимаете, аренда сколько стоит. Нужно договариваться с владельцем второго вот этого вот. Ну, как казино, короче, держит, знаете, на Блу. Не знаю, на всех, наверное, серверах так держит. Типа, владелец казино ЛС договаривается с владельцем там в казино ВЛВ. Типа, он держит казино закрытым. Ему там выплачивает владелец ЛС какую-то определенную сумму. Зависит от серверов. Вот, раз в неделю. И вот так вот. То есть казино же это самый прибыльный биз. Вот. Скоро. Я не знаю, я забыл, что хотел сказать. Но не думаю, ничего страшного. Надо поставить какой-нибудь ЕНБ себе нормально, это. Надоело ли эти блески, они какие-то неестественные. Нету в реальной жизни же блесков на авто у всех машин. То есть они так вот ярко не светятся. Надо просто такой какой-нибудь себе ЕНБшку влепить. Нейтральную, красивую просто. Чтобы небо там что-нибудь светило. А без ЕНБ, короче, фигово, потому что я же снимаю программу от NVIDIA, и она типа сама распознает игры, и когда я без... Вот почему-то такая странность есть у Сампа, то, что она записывает как рабочий стол, то есть игру, ну то есть все нормально с картинкой там, но звук отстает
причем очень сильно, это очень как-то странно. Вот, поэтому без ЕНВ никак. Здравия желаю. Я на день открытых дверей. Дон Минон какая-то шишка с таким скином. Мне интересно, какой у него левел 239. 26. Не очень-то большой. Ну, куда мне идти-то? А, сразу тут, типа, ВРП. Это вообще, может, лидер, я ж не знаю, какой тут этот. Да, это этот, видите, лидер. ЭВ, ПД. Дресс-код, я не знаю, я имел в виду. Вот. Ну, я пойду все равно в правительство. Здесь посижу сейчас до 8 левела, может быть. Качаться я здесь не собираюсь, потому что... Не очень здорово. 219-й, какой у него левел? Третий. Мало ли ждать. Здравствуйте. Я тоже. День открытых дверей. О, все, 5, все, сейчас изи вступлю. Капс, транслит и... Классно. Ничего себе, Сергей Корона какой адекватный. Трудовую это выбух, что ли? Нахера тебе. Ну, что, Дон Мин? Так. Давай. Сколько у меня? 27. В Сан-Фьер. Еще вопрос есть. Что, простите? Хорошо. Может быть, трагидро каннабиол в марихуане содержится. Так я не знаю. Типа я такой полицейский, хочу там дела исследовать. Танк крыльев. Хочу работать в отделе по борьбе с наркотиками. ППС я не помню. Но выучу. Обязательно.
Конечно, конечно. Что-то жестко как-то. Тут еще и термины уже спрашивают. Так, где, где? Вот. It's. Игра по рулям. Взял форму. Ура! Спасибо, товарищ генерал. Ну ладно, не буду ничего писать. Так, пойдемте в ПД зайдем. Покушаем. Что тут еще можно сделать? Взять, по-моему, оружие, да, можно. Да. Класс. Берем дубинку, бронежилет. Так, пистолет. Со второго ранга? В смысле? Ничего себе. Вот это да. То есть я не могу даже брать ничего. Жалко. Ладно, но зато сделано все грамотно. То есть это обнова какая-то. Ну, может, она давно, конечно, я что-то не помню. Так. Ну что, в общем-то, все. Теперь я полицейский. А маску, кстати, я не посмотрел. Надо маску было взять. Я, естественно, не собираюсь здесь работать, извините меня. Ну, давай, пока ты там стоишь спиной. Я возьму да уеду. Типа машину припарковать. А типа нет, ха-ха. Ну-ка посмотрим, давайте, финт. 536 человек. Ну, утро, типа, да, понимаю, но... Финт маленький, наверное. Для онлайна 300. Ну, хз. Это ПД все-таки, а не ЭМО, не мясо. Где там 40+, это норма для Реда. Вот. Надо было взять патрульную машину и патрулировать ехать. Похер, естественно, правило. Блин, у меня нет пистолета, надо все-таки второй ранг как-нибудь получить. Я уверен, что это делается быстро здесь. Поработать. Получить второй ранг и все. Заниматься дальше делами. Надо было вообще в СФПД, наверное, идти. Я там живу уже. То есть города в город. Мотаться. Надоест. Посмотрим, какая сейчас ПД еще. Надеюсь, что много. В пределах, ну точнее, от 1000 долларов я рассчитываю. На зарплату. Номерные знаки 9 КК. Да. Кстати, надо получить номерные знаки мне. Есть команда? Нет, тут не ПТС, тут что-то другое, по-моему. Ну они, ну ладно, тут это всем на это насрать, как только обнова вышла мусора там. Да, типа, о, все. Сейчас будем штрафовать за знаки, у кого их нет. Теперь всем на это абсолютно похер, все, потому что работает только исключительно на повышение, биндер, да, там. А в биндере у них только паспорт нужно попросить, ну то есть показать ему все. Вот. Если бы это был какой-нибудь такой РПшный сервер, то возможно, ну, в смысле РПшный. Как это, UCP панель, да, или как это называется, херь. Типа где тест на РП сначала надо пройти, потом только ты сможешь зайти на сервер. Это, кстати, тема реально, то есть сервер для РПшников, тот, кто хотя бы немного шарит. РП-термин. Там, мне кажется, интересно было бы поиграть.
но все равно не может существовать RP серверов фу без таких вот как Advanced Diamond и так далее, потому что ну кто научит человека играть, ну вообще вникнуть в эту тему, кроме него самого, то есть как он изучит это все сам. Призыв СВ начался. Больницу РВ. Нижний хиппи. Ну-ка, вход мне интересный, бесплатный. Да. Я хочу посмотреть, сколько стоит эта тачка прекрасная. $201 000 он стоит. По-моему, кстати, раньше он стоил дороже. Купить траву? Не, не надо, спасибо. Нифига, кстати, сколько травы. 7575 грамм. Если переводить на реальные деньги, это 7 575 000 рублей. Ну, а если на игровые, то, естественно, это меньше. Так. Кстати, могли бы сделать очень дорогой вообще наркотики здесь. Это ж классно. Вот это было бы реально РП. Так. Что, где дома? Где? Где мой дом вообще? Вот этот, да, по-моему, синий. Все, в общем-то, мы пришли к тому моменту, откуда и начинали. Теперь я полицейский. Всем спасибо за просмотр. С вами был Кобы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Играйте на Advance вместе со мной. Указывайте мой ник при регистрации. Тафита Бискарди. Спасибо тем, сколько там человек, наверное, 5-6. Уже я от вас получил 50к. Вот, надо было ники, конечно, ваши зачитать, но... О, нифига, то есть дубинка это типа... Тайзер, да? О, да все, не двигаюсь. Все, всем до свидания.